выкидывать, можно их кому-нибудь отдать. А можно из их пуха, например, если они мягкие и у них есть пух, сделать еще одну игрушку. Лошадка одна какая-то сломалась. Оставлю своему этому, ну там сыну, дочке оставлю. Можно их починить. У меня дома много игрушек, и я со всеми ими играю. Можно из них сделать робота, отдать малышкам. У меня было пианино, мое любимое. Он сломался, его выбросили. Отдавать другим деткам. У меня много уже там в коробке сломанных игрушек. Ого-го! Пожалуйста, вставай игрушки на друг друга и получишь робот. У меня была гусеница. Она порвалась. Мама ее засыла. Вот у меня есть 2 мячика, могу их кому-то отдать. Такая игрушка очень хорошая. Она на радиоуправлении. Трансформер. У нее оборвались провода, и я их соединил. Можно переделывать? Чем мы постоянно ломаем игрушки?